Израиль Тора и Творец едины. И кроме того, что Израиль Тора и Творец едины, если вы помните, он говорит о том, что мы должны на равных устремляться к Израилю, к Творцу и к тому, чтобы все это было единым целым. Тора и Израиль — тот, кто стремится. Тора — это средство, с помощью которых мы приходим к объединению, объединение между нами в группу при всех тех условиях, о которых нам пишут каббалисты, и Творец, которого мы раскрываем в группе. Все три этих составляющих должны быть важны как единое целое и приходят к единому, к единству, в единое целое. А если мы в таком образе, в таком виде стремимся, чтобы это произошло, что произойдет, как и по каким этапам произойдет, и да, и нет, все это не мы определяем. Мы должны стремиться. Тогда мы сможем воплотить наше продвижение каждый раз, когда все три этих составляющих будут более отдалены друг от друга. Мы постараемся снова собрать их в единое целое, и вот так продолжается. Вот так происходит работа.